Приветствую вас. Вы знаете, женщина, она может стать вообще кем угодно. Любой человек может стать кем угодно, если он хочет этого сам. То есть, если человек хочет стать манипулятором, стервятником, там, я не знаю, там, шакалом, там, гиеной, кошкой, кем еще, неважно, кем угодно. Если человек хочет стать, он может стать этим человеком. Абсолютно. Но только если он хочет. Сам. Если он считает, что вот, ну, таким образом он добьется больше. Тогда можно. Если, вот как вы говорите, стать кем-то, чтобы любили вас, любили и уважали, то нет. Дело даже не в том, что должна. Знаете, должна — это вообще очень плохое слово. Если идти от этого слова, то можно прийти к тому, что у вас в детстве были серьезные проблемы. Проблема, например. Или что у вас неверные, сильно искаженные представления о себе. Вот. Женщина, да и любой человек, становясь кем-то ради того, чтобы ее любили и уважали, означает, ну, для себя, такой человек признает, что он не является сам собой. То есть такой человек не является самим собой, он является кем угодно, только не самим собой. И помимо того, что такого человека всегда будет преследовать вопрос, вот я стал там или стал тем-то, 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 да, кем-то стал, меня любят, уважают, а я стал, я думаю, а любили бы меня и уважали, если бы я был, ну, другим, вот. Понимаете? Любили бы меня и уважали, если бы я был подруг, ну, если бы я был иным. Вот. Так вот помимо этого, да? Помимо этого. А сегодня человек любит одно, а завтра человек любит другое. И что делать, и вот как себя вести в этой ситуации? Понимаете? Но вот сейчас вы считаете, что для того, чтобы вас любили и уважали, да, нужно, соответственно, быть манипуляторшей, быть стервой и так далее. А завтра вы решите, что чтобы вас любили и уважали, нужно быть кем-то еще. И что и будете делать, куда вас ведет такая позиция. Вот. Лучше подумайте, как сделать так, чтобы вас любили и уважали за то, какая вы есть настоящая. И не какие-то конкретные люди, а те, кто оценит вас по достоинству, потому что вот этот мужчина, который манипулирует, он никогда не будет вас любить и уважать. Ему это невыгодно. Он боится любить и уважать, он не умеет любить и уважать. А вы себя будете ломать. Понимаете? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.